Минувшую субботу исполнился 31 год с момента, когда последняя колонна советских войск вышла с территории Афганистана. Память тех, кто не вернулся домой, в Ульяновске почтили минутой молчания, а к монументу с именами воинов возложили цветы. Афганцы, они являются наследниками Великой Победы. Они, например, наших отцов и дедов воспитывались. И они, когда шли в армию, призывали их, они знали же, что напутственное слово было от отцов. Мне вот напутственное слово мой отец сказал, чтобы свою совесть и честь не продал, не потерял, чтобы достойным был своим дедов, которые завоевали нам Великую Победу. В этот же день состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Великой Победы. В год памяти и славы в регионе пройдет около 200 крупных мероприятий. Присоединится области к федеральным проектам «Снежный десант», «Лес Победы», «Волонтеры наследия» и не только. А на площади Старого вокзала будет реконструирован памятник «Дороги Великой Победы». У нас будет старая композиция, которая будет символизировать такой паровоз победы, влетающий на площадь как раз. Для ветеранов, кто в силу разных причин не сможет посетить областной парад победы 9 мая, Сергей Морозов предложил проводить парад у дома ветерана. Ну, мы представляем, да, что будет твориться в сердце, в душе ветерана и всех людей, кто живет рядом, потому что они все будут безумно благодарны ему.